Город Рославль, Смоленская область, магазин «Саморезик». Делаем замеры тепловизором. Друзья, температура пола, точка 1, 22,1 градус, точка 2, 22,2 градуса. Температура остекления, 22,2 градуса, точка 4. На потолке у нас точка 1, 23,3, точка 3, 23,4. У нас сейчас не в режиме инфракрасной съемки, поэтому прыгает. Иногда вот эта точка 3, которая на потолке, она показывает на самом деле температуру то потолка, то панели. Поэтому температура от 22 до 36 градусов прыгает. Чтобы не сбивать, я ее сдвинул специально. Сейчас 22,8 градусов. Просто именно в этом режиме мы снимаем. И только иногда уходит. Это уже по опыту съемки. То есть обратите внимание, температура прирастает относительно пола всего там не более чем на 1,5 градуса. При этом температура сейчас в помещении составляет, при помощи термометра мы видим, 22 градуса. Опять замедленная. То есть видите, реагирует не сразу тепловизионная съемка, с неким запозданием, в отличие от обычного режима съемки, когда мы делаем. Поэтому пока фиксируется точка, мы уже сдвинули камеру, и не всегда в режиме, ну, совпадает в режиме реального времени. Поэтому, используя энергосберегающее лучистое отопление, есть возможность не перегревать воздух под потолком, а создавать необходимый температурный режим именно в рабочей зоне нахождения человека. Сейчас поделаем замеры на стеллажах. Температура у нас 23, 23, то есть она практически что на полу, что на стеллажах идентичная температура. Друзья, подписывайтесь на наш канал Теплопанель, задавайте вопросы. Если будет желание приехать посмотреть, как работает система на том или ином объекте, сообщайте локацию, мы вам пришлем наиболее близко расположенные к вам объекты.